новости. Громогласные заявления азербайджанского руководства никак не укладываются в нормальные отношения политических деятелей, заявил Армен Пресс бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России, Владимир Казимиров. Этим заявлением должны заинтересоваться собиратели исторических курьезов и анекдотов. Неужели нет таких издателей, кто бы собрал и опубликовал бесценное собрание мыслей того же Ильхама Алиева, высказанных за последние десятилетия? У него было бы много читателей. В наш век сделать такую вещь в других странах – нелегкое дело. Уж кто-кто, а Минобороны Азербайджана должно бы знать, что современная война отличается от той, что велась в конце прошлого века, и шутить на эту тему нужно очень осторожно. А заявление о возвращении Еревана – всего лишь еще одна сказка, отметил он. По убеждению Казимирова, те, кто угрожает войной, не могут не осознавать, что внутренняя ситуация в Азербайджане не очень располагает к подобным авантюрам. Намного реальнее мирное решение конфликта, которое возможно при полном отказе от силового варианта, если к нему добавить еще и четкие международные гарантии. Может, кому-то просто не выгоден мирный вариант. Не хочу верить в это. Это просто обман собственного народа, показной патриотизм с систематическими выкриками, действия ради сохранения власти. Уже настало время думать о реакции стран сопредседателей и не только. В действительности Баку, своими громогласными угрозами лишь оттягивает решение конфликта в неблагоприятном для себя варианте, передавая его следующим поколениям, заключил дипломат.